счастливая ты наш! Папа тебе собственную квартиру подарил! Теперь мы соседи! Да-да! Половину химкомбината можно уже во дворе встретить! О! У нас еще гости! Я открою! Ну, спасибо! Спасибо! Егорская Наталья Дмитриевна? Это я! Это вам! С днем рождения! Так, здесь, да? Спасибо! Ну, че, все какой тяжелый. Ух ты, восточная аромаколлекция. Масло удового дерева, дорогущее. Ноты мистики. Это от папы? Я не знаю. Я бы тоже не отказалась от такого. Посмотри в окно. Наташ, ты чего? Это от Лёши. Представляешь, он внизу, и от него ничего не надо. Давай я отнесу. Он исчез на год, теперь делает вид, что ничего не случилось. Нет, я хочу посмотреть ему в глаза. Здравствуй, Ташечка. Как ты меня нашел? Сердце подсказало. Клоун, багажник открой. С днем рождения тебя, любимая. Любимая? Пропал на целый год, ни звонка, ни смс-ки. У меня была причина. Даже слушать не хочу о твоих причинах. Стой. И как это было? Игорь, пригласи меня танцевать. Тамара, давай в следующий раз. Поверь, так было нужно. Но я... Я так скучал по тебе, я тебе каждый день думал. Ты мне во снах снилась. Лёша. Нет. Я люблю тебя. Теперь пропадешь. Нет. Больше мы с тобой не расстанемся. Знаешь что? Поехали. Куда? Я не знаю, куда. Далеко. Ты шутишь? Нет. Садись. Лёшка, ты дома? Да. Как здорово. Представляешь? Я выиграла! Рад за тебя. Лёш, ну я еду в Париж. Здорово. А что за Париж? Ну я же тебе объясняю. Моя ароматическая композиция выиграла на конкурсе. И вот меня приглашают на стажировку в Париж. Вот сертификат. А это французское шампанское мы сейчас будем праздновать. Слушай, я сейчас должен уехать. Ты представляешь? Это крупнейший европейский парфюмерный концерн. У меня там даже будет отдельная лаборатория. Поздравляю. Давай об этом вечером поговорим, хорошо? Ну, почему так всегда? Почему мои дела тебя просто не интересуют? Точно так же, как тебя не интересуют мои дела. Просто давай... это дело всей моей жизни, а тебе наплевать. Мне не наплевать. Просто я сейчас должен уехать. Вот и все. Ну и давай. Давай, катись! Я сама отпраздную. Знаешь,
Самбукус нигра. Пусть она черная. Нотка обиды. Наталья Дмитриевна, нужно приехать на опознание. Водитель не справился с управлением. Возможно, отказали тормоза. Машина сгорела. Часы наручные, механические, кольцо золотое. По словам гражданки Шуловой, принадлежали ее... Наталья Дмитриевна, я хотел... Алексея позже подойти. Принадлежали ее управлением. Наташа, крепитесь. Прими мои искренние соболезнования. Ты знаешь, что Алексей был для меня не только бизнес-партнером, но и близким другом. Я понимаю, что, конечно, сейчас не вовремя, но потом надо обсудить. Все дела потом. Наташа не до этого сейчас. Я представляю интерес Натальи Дмитриевны. Все деловые вопросы можете решать со мной. А вы кто такой? Главный юрист комбината и личный помощник Дмитрия Николаевича. Богдан Неверов. Буду рад нашему сотрудничеству. Если бы я думала не только о себе, если бы я тогда заметила его состояние. Ты ни в чем не виновата, точка. Поехали домой. Будем начинать новую жизнь. Я обо всем позабочусь. Сейчас мне надо вещи собрать. Не надо, я сам все соберу и привезу. Поехали. Да, Богдан, спасибо. Ты все очень хорошо организовал. Не за что, Дмитрий Николаевич. Рад, что смогу быть полезным. Что там с моей просьбой? По поводу парфюмерной линии. Все заказано. И кое-что уже в пути. Спасибо, хорошо. Пожалуйста, не надо. Надо, вставай, вот он для тебя сюрприз. Пойдем. Пойдем умываться. Пожалуйста, я не хочу. Пойдем, пожалуйста. Пойдем. Да-да-да. Вот. Вот. Я тебя жду. Тебе? Фантастика. Нравится? Еще бы. Пап, спасибо тебе огромное. Ты не меня благодаря, вот Богдан. Это он все заказал и доставил. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Богдан. Спасибо вам. Богдан Неверов, между прочим, выпускник Кембриджа. Я даже не представляю иногда, как я мог раньше без него обходиться. Дмитрий Николаевич, вы преувеличиваете. Однако буду рад и для вас стать незаменимым. Богдан, а Тамара Неверова – это… Моя непутевая, но любимая сестренка. И тогда я думаю, что мы точно успеем закончить это с… Игорь! Игорь, подожди! Ты утром на кухне забыл. Я подумала, вдруг он тебе понадобится. Ой, спасибо. Представляешь, а Сашка утром в саду гордо заявил, меня сегодня дядя Игорь забирать будет. Ну, ты же помнишь, что ты его забираешь? Из садика не получится забрать. Как? Ну, в гараж мы обязательно пойдем. Извини, меня волококрасочные там ждут. Спасибо.
Наташа, вас не устраивает контракт? Контракт прекрасный для меня. Но выгодно ли все это вашему комбинату? Еще как выгодно. Парфюмерная линия на базе химического комбината – нестандартный ход, который, я уверен, в ближайшем будущем сможет принести огромную прибыль. И, кроме того, стать визитной карточкой нашего предприятия. Наташенька, Богдан прав, подписывай. Я поздравляю всех нас с удачной сделкой. Володь, пойдем. Ты что, думаешь, что никто не понимает, что ты это делаешь специально для меня? Никакая визитная карточка тут ни при чем. Ты права, я прежде всего думал о тебе. А вот инвестора прежде всего интересует прибыль. И они готовы вкладывать деньги в твои идеи новые и в нашу новую линию. Ну, что такое? Ну, тебе ведь всегда так нравилось оставлять ароматы. Ты могла часами возиться со своими колбочками, пробирками. А ты всегда говорил мне, что это ерунда. Был неправ. Видишь, я иногда могу ошибаться. Да, кстати, Богдан выяснил, что твой парижский грант действительно еще в течение года. Папа. Ну, ты что, так и собираешься скорбеть всю оставшуюся жизнь? Ну, подождите, нельзя же так. Дмитрий Николаевич, новые компрессоры для лакокрасочного до сих пор не доставили. Я еще 4 дня назад предупреждал, что... Наталья Дмитриевна, познакомьтесь, Игорь Климов, наш главный инженер. Несносный человек, но отличный специалист. Здравствуй, Игорь. Здравствуй, Наташа. А, ну вы ведь знакомы. Наташенька, Игорь Андреевич поможет тебе оборудовать твою новую экспериментальную лабораторию. Мы можем прямо сейчас заняться твоим обустройством. Да, да, было бы неплохо. Томка, быстро ко мне. Как ты? Бывало и лучше. И намного. А потом пришел твой Игорь. И что? Ты бы видела, как он на нее смотрел. И как? Как-как? Как 6 лет назад. Ну, глупости. За что? Вот я бы на твоем месте... Света, ты оставайся на своем месте. Не знаю, иди вон чашки помой. Все, мне работать надо. Будешь такой рухлей, Климов никогда на тебе не женится. За свою любовь нужно бороться. Ты чашки хорошенько помой. Хочешь, как лучше. Вытяжку я тебе поставил на автоматический режим. Спасибо огромное. Ты знаешь, я, наверное, дальше сама справлюсь. Ты где остановилась? У отца. Он меня опекает. Честно говоря, я уже начала уставать от его опеки. Но он же тебя любит. Да. Любит. Надо возвращаться в свою квартиру. Вот сегодня же и перееду. Помощь нужна? Спасибо, я справлюсь. Лучшему главному инженеру большой привет. И когда Наталья Дмитриевна сможет приступить к работе? Ну, думаю, к концу дня. И ни секунды позже. Только что доставили. Это вам. Это что такое? Пара новых ароматов. Видел в ваших записях, которые вы давали отцу, и, так сказать, взял на себя смелость проявить инициативу. О, Летис? Прямо из Эфиопии. Масло аквилярия. Достать было сложно. Спасибо вьетнамским партнерам. Помогли. Богдан, я даже не знаю, как вас благодарить. Если что-нибудь вам нужно, просто скажите.
кое-что еще хотел обсудить с вами. Я практически закончил. Позже зайду еще кое-что проверить. Спасибо, Игорь. Не за что. Присядьте, пожалуйста. И внимательно прочтите это. Горюша, я тебе пирожков с маком взяла в столовой. На, еще горячие. Спасибо. Ну что, как там Наташа? Осунулась, наверное, совсем. Ну, синяки под глазами, в самих глазах тоска, но изменилось мало. Слушай, а может мне ее навестить, как ты считаешь? Где она, кстати, сейчас живет? У отца или в своей квартире? Ну, пока у отца, но сегодня собиралась к себе перебраться. Ты когда уже к нам переедешь? Ну, что мы с тобой как подростки? Том, давай потом это обсудим. Сейчас голова совсем другим забита. Запускаем новый цех. Извини, спасибо за пирожки. Степаныч, ну что там с заземлением? Так значит, Влад хотел обсудить со мной эти документы? Да. Хотя особо обсуждать здесь нечего. Согласно уставному договору компании, в случае смерти одного из владельцев, его часть бизнеса автоматически переходит к другому. Что это значит? Это значит, что наследство вы не получите ничего. Но если учесть, что фирма Dream Invest банкрот, то ее долги, равно как и претензии вкладчиков, теперь это проблема Владислава Патюка. И только его. Бедный Влад. Надо все-таки с ним поговорить. Если вы хотите, я могу организовать вам встречу. Нет-нет, спасибо, я сама. Ладно. Если вам нужна помощь, только скажите. Обязательно. До свидания. До свидания. Нет-нет-нет-нет-нет. Нравится? Пап, зачем? Средство передвижения. Попробуй. Папочка, извини, пожалуйста, я не смогу. После Лёшки я пешком пока похожу. А ты сядешь и поедешь. Ты моя дочь, и у тебя все получится. Со временем, ладно? Спасибо. И еще, пап, я хотела тебе сказать, только ты не обижайся, пожалуйста. Я к себе жить поеду, ладно? Ты взрослый человек и вольна поступать так, как считаешь нужным. Спасибо за понимание. Да, я распоряжусь, твои вещи перевезут. Яворский сказал Наташе приезжать к себе. Не знал, что у нее есть своя квартира. Интересно, где? Очень интересно. Да. Ну, хорошо, я удовлетворю твое любопытство. А попробуй. В ведомственном доме нашего комбината. О. Папочка на 20-летие подарил. Неожиданно. Так, а откуда такой сарказм? Вы вроде дружили с ней. Да как дружили? Мы учились вместе и тусили в одной компании. Ага. Так вы с Наташей соседи, получается? Ты, я гляжу, отличаешься умом и сообразительностью, братишка. Так, а ну цыц, малявка. А чего бы тебе не найти время и не зайти к Наташе, ну так, по-соседски? Помочь им и поговорить по душам, ей сейчас реально фигово. Ты чё, влюбился, что ли? А ты что, против, что ли? Нет, конечно. Дочка босса – хороший шанс для карьерного роста. Так ты чепухи не болтай. Но шанс хороший.
Ешь давай. Не голодно, на ужин ничего не давали запеколку, я все съел. Хорошо. А знаешь, мне дядя Игорь сегодня обещал взять в гараж. Знаю. Да, это он. Привет. Как дела? Мама, мама, давай ко мне скорее дядя Игоря, и мы пойдем. Давай тогда, собирайся скорее. Давай, быстренько. Перекусишь? Спасибо, я не голоден, но чай бы выпил. Давай. Ну как там наша новая экспериментальная лаборатория? Готова к выпуску эфемерных шедевров? Типа того. Говорят, что ты там сегодня весь день провозился. Мне поставили задачу, и выполняю. Знаешь, мне кажется, что скоро можно будет отдельный парфюмерный комбинат открывать. Под директорскую дочь. Как считаешь? Ну что, готов? Да. Тогда пойдем. Все, пока. Пока. Здравствуй. Да, привет. Наташ. Привет, Том. Проходи. Спасибо. Богдан, добрый вечер. Извини, что в нерабочее время. Спасибо. Скажи, а можно что-нибудь выкрутить для Наташи из этого дремальвеста? Понимаешь, когда она вышла замуж за этого проходимца, то отдала ему все свои сбережения, как она сказала, для дела. А до этого у нее был приличный счет в банке. Спасибо. Ну... Вот так мы и живем с Саней. Днем он в садике, вечером со мной. Ну, и Игорь, конечно, нам очень помогает. Ясно. А Сашин папа, он что? Ну, папа? Он ничего. Исчез в неизвестном направлении в тот момент, когда узнал, что я беременна. Прости. Нет, это ерунда. Это было давно, и теперь уже совсем не важно. Зато Саня очень привязался к Игорю. Они вместе делают машину. Угу. Набрали там в гараж всяких железячек и копаются теперь там вечерами. Знаешь, мне кажется, что Игорь может быть очень хорошим папой. Да, да. Очень даже может быть. А Игорь, кстати, очень изменился за 6 лет. Очень. Да уж. Куда делся тот робкий юноша, по уши в тебя влюбленный? Ладно, Наташ, я, наверное, пойду, потому что мои мужички сейчас придут, и мне надо Саню укладывать. А, да. Спасибо тебе. Ну, спасибо тебе, что зашла. Ну да, ну ничего, мы теперь с тобой снова соседи, поэтому заходи в гости. Обязательно. Пойдем, провожу тебя. Давай. Добрый.
Доброе утро. Привет. Как дела? Все работает? Да, спасибо тебе огромное. Все работает. Доброе утро. Доброе утро. Я смотрю, у вас все готово. Спасибо, Игорь. Да, что там насчет этого нового? Сегодня утверждаем проект, с завтрашнего дня приступаем к реконструкции. Ну, надеюсь, насчет 3 месяцев ты погорячился. Нет, выше головы мы точно не прыгнем. Клим, а вот ты можешь так, чтобы не возражать? Дмитрий Николаевич, я забочусь о комбинате. А я, по-твоему, о чем забочусь? Спасибо. Наташенька, очень нужна твоя помощь. Какая? Сейчас сюда придут телевизионщики. Нужно, чтобы вы рассказали о нашей новой линии духов. Какой линии? Какие телевизионщики? Вы о чем? Независимый канал. Да. Местные новости. Что, серьезно? Да. Подождите, я только начала. Еще неизвестно, получится ли у меня что-нибудь. Ты что, уже телевизионщиков позвал? И тебе, как обычно, даже в голову не пришло со мной посоветоваться. Наталья Дмитриевна, их никто не звал, у них есть информационный повод. День рождения нашего комбината. Да, они снимут очередную пургу о том, как я загрязняю окружающую среду. Я только что общался с журналисткой. У нее такие изысканные духи. Я также знаю продюсера телеканала. Это такая элегантная дама. Я думаю, ваша тема вдохновит их больше, чем навязшая в зубах экология. Так значит, это ваша идея. Признаюсь, я не смог придумать ничего лучше. Наталья Дмитриевна, вы одна можете нас спасти. Так я их зову. Зовите, зовите. Я тебя люблю. Парфюмеры называют свои ароматы одеждой для души, поэтому их нужно не разбрызгивать, а надевать. Потрясающий аромат. По результатам последних опросов, только 10% потребителей пользуются парфюмерией местного производства. Но несмотря на такую удручающую статистику, руководство комбината «Синтез» решительно настроено составить конкуренцию известным мировым брендам. Татьяна Гутновенко, актуальный... Господа, для нашего комбината это серьезный имиджевый проект. Я вас всех поздравляю. Ура! Ура! За наш успех, коллеги. Даша, спасибо. И поздравляем. Хорошо говорили, Наталья Дмитриевна. А как выглядели? Вы молодец. Ну и что скажет нам наш главный инженер? Предлагаю поднять бокалы за наш комбинат, за всех его сотрудников, чья ежедневная рутина работы позволила говорить о реальности подобных уникальных проектов. Хорошее интервью. Спасибо. Наш главный инженер, как всегда, в своем репертуаре. А что, он все правильно сказал. Дома. Новый шедевр Шанель, как сухим. Дома. Запись плохое чувство. Наталья Дмитриевна. Наташка. Я горжусь, что я сидела с тобой за одной партой 11 лет. Ты прям телезвезда, прекрасно держалась перед камерой. Ну что, утрем нос Парижу? Спасибо, Свет. Есть идея. Тут недалеко находится прекрасный ресторан с чудесным джазом. Вы знаете, я очень устала и уже ухожу. Так рано? А я вас подвезу. Спасибо, не нужно. Всего хорошего. До свидания. Ты чего тут? Дышу, вдыхаю. И чем пахнет? Не знаю, осенью, наверное. Наверное. Ты сильно изменился за 6 лет. Даже, кажется, мой отец тебя побаивается. Твой отец никого не боится, меня он просто терпит. Ради дела. Ясно. Ну ладно, я пойду.
Ты пешком? Да, хочу прогуляться. И как тебе это? Уже поздно, давай провожу. Как же праздник жизни? Да ну его. Игорь ее провожает. Ночь на дворе. А машина на что? У Яворского вон целый парк автомобилей. Не получается ничего. Аромат — это какие-то эмоции, ассоциации. А мне их сейчас просто негде взять. Какая пустота внутри. Пустота обязательно заполнится. Это закон физики. Просто должно пройти определенное время. Мне так раньше все легко получалось. Я ароматы составляла по любому поводу. Ну, просто аромат детства, аромат радости, аромат поздней весны, когда уже лето вот-вот. Любое впечатление просто преобразовывалось в запах, упаковывалось во флакончик, потом вдохнешь и как будто переносишься туда, а сейчас ничего не работает. Странно. У меня работает вполне. У тебя? Ну, вот чем пахнет? Старым ржавым автомобилем? Да, это запах моего детства. У нас в детдоме своя мастерская была. Я там пропадал часами, даже хотел переехать туда. Кстати, мы сейчас с Санькой, Тамариным сыном, свой автомобиль собираем у меня в гараже. Пацан очень сильно меня в детстве напоминает. Да. Кажется, у тебя в подъезде лампочка перегорела. Давай до квартиры провожу. Спасибо. Да, ни на одном этаже нет света. Ну, дальше я сама дойду. Спасибо. Доброй ночи. Доброй ночи. Ой. Что случилось? Не знаю, свет погас. Так надо автомат проверить. Спасибо огромное. Напряжение скакнуло, а протектор неисправный, надо поменять. Завтра электрика вызову. Зачем? Я завтра сам поменяю. Дело-то на 2 минуты. Извини, я сейчас сам все соберу. Ничего страшного. Это просто Лешины вещи из офиса. Никак не заставлю себя их разобрать. Что это за фотографии? Никогда их раньше не видела. Кто эти люди? Это же Леша маленький. Почему я этого раньше не видела? А это что за ребенок? Понятия не имею. Что-то не так? Это какая-то ошибка. Для газеты «Педагогический вестник», поселок Ивановка, школа номер 8, заслуженный учитель Анна Андреевна Емельянова, ее сын Алексей Емельянов, победитель районной олимпиады 28.09.98 года. Алексей Емельянов?
Копылов, он не Емельянов. И что это за Ивановка? Что за мама? Леша детдомовский, он никогда своих родителей не знал. Да уж, странно. Да нет, это просто мистика какая-то. Получается, мы с ним прожили вместе 6 лет, а я далеко не все о нем знала. Наташа. Почему на фотографии у Леши другая фамилия? И что это за мама? Он что, меня обманывал? Мне надо как-то во всем этом разобраться. До Иванки чуть больше 100 километров. Можем завтра с утра и проехать. Я только на завод отдам пару распоряжений. Мы... Игорь, я не хочу тебя впутывать в свои проблемы. И как ты сама доберешься? На рейсовом автобусе? Мы сядем в автомобиль и за полдня обернемся. Спасибо. Привет. Привет. Как ты? Да ничего, нормально. Сашка спит. Зайдешь? Том, давай не сегодня. Устал, с ног валюсь. Жаль. Доброе утро. Доброе. Это вам. Это в честь чего? В честь нашей первой маленькой победы. По вчерашнему сюжету в новостях у нас 10 звонков. Серьезные люди интересуются. Спасибо. И что мне теперь с этим делать? Поставьте-ка их в воду. Я про серьезных людей. Вы не волнуйтесь. Обычно организационные вопросы на этом кабинете решаю я. И в этот раз будет так же, а вам остается только творить. Хорошо. Попробуем. Доброе утро. Доброе. Я вижу, ты занята, я попозже зайду. Нет, я уже освободилась. Да? Мы ведь закончили? Разумеется. Ты готова? Да. Я думаю, мы можем ехать. До обеда, я думаю, вернемся. Угу. Хорошо. Алло. Слушай, я только что видела, как твой Климов уезжал куда-то с Наташей. Может, новую линию продвигать? Свет, тебе что, там заняться нечем? Да я в окно только что видела. Лично мне некогда в окна глазеть. Давай, пока. Да, Тамар. Да, уехал по делам. Да, неожиданно возникли. Пока. Мы в последнее время так редко виделись с Лешей.
И вот результат. Сплошные вопросы, ни одного ответа. Два взрослых, самодостаточных человека. У каждого своя работа, свои проблемы. Нормально? Да нет, это ненормально. Семья — это одна жизнь на двоих, а не клубок тайн друг от друга. Да, ты права. В тот день он был чем-то обеспокоен. Я должна была поговорить с ним, а я затеяла ссору. Он ушел из дома нервный, раздражительный, вот и... Тебе не в чем себя винить. Так просто сложились обстоятельства. Да. Это Анна Андреевна. Наш учитель химии и биологии. Со своим сыном Алексеем. Простите, я не очень поняла, а зачем вам это нужно? Мы с коллегой готовим большой материал ко дню учителя. Наша тема – как учителя воспитывают собственных детей. А. Это вопрос, конечно, очень интересный. Знаете, а вот на собственных детей у нас времени, в общем-то, и не остается. Вот и Емельянов был очень непростой мальчик. Хлопот с ним у школы было, ого, немало. Но, поверьте, Анна Андреевна была очень хорошим учителем. Ее действительно ценили в Горано, и ученики очень любили. А почему была? Ну, так она умерла. Наверное, уже года три, нет, 4 года назад. Инфаркт. А вот сына на похоронах не было. А он вообще здесь появлялся? Да. Я недавно встретила его на улице. Сказали, встретили недавно? Да. Нет. Простите, ну, конечно же, это было в начале августа. А он что-нибудь о себе рассказывал? Мы перекинулись всего парой слов. Он очень спешил. Ну, рассказал, что несколько лет проработал в Штатах, поэтому и не смог вырваться на похороны мамы. Очень по этому поводу сокрушался. В Штатах, значит. Скажите, а он что-нибудь рассказывал о своей семье? Да нет, сказал только, что женат. А у Анны Андреевны какие-то родственники остались? Я, честно говоря, не знаю. А друзья у него были, школьные друзья? Может, кого-нибудь вспомните? Да. Был один. Слава. Вячеслав Малышев. Кстати, полная противоположность Емельянову. А вы не знаете, как его найти? Мы бы очень хотели с ним пообщаться. А вы зайдите на сайт нашего районного охотохозяйства. Он там главным егерем работает. Я думаю, должны быть контакты. Спасибо. С
Спасибо, вы нам очень помогли. Да не за что. Простите, а можно я спрошу, почему именно Емельянова вас так заинтересовала? Ну, знаете, журналистское чутье, наверное. Нам кажется, что может получиться отличный очерк. Еще раз спасибо вам. До свидания. До свидания. Спасибо. Дурной сон. С кем я жила все эти 6 лет? Кто он? Мы это выясним, я обещаю. Как? Начнем со школьного друга. Так. Вот он, Малышев. Сейчас ему позвоню, и мы договоримся о встрече. Может, смена фамилии как-то связана с бизнесом твоего мужа? Чем Алексей занимался? Строительством. Он был одним из владельцев компании Dream Invest. Они строили жилые дома, но я никогда особо в его дела не вникала. Я была плохой женой, да? Не выдумывай. Мы во всем разберемся. Здрасте. Здрасте. Мы вам звонили по поводу Алексея Емельянова. Ну, проходите. Чай будете? Спасибо, с удовольствием. Я сейчас. Хорошо-то у вас тихо. Будний день. На выходные здесь народу тьма. Особенно сейчас, сезон охоты. Так зачем вам понадобился этот Емельянов? Ребят, я вам честно скажу, лучше с ним не связываться. Почему вы так о нем говорите? Вы же друзьями были. Были. Но давно. Может, расскажете, в чем дело? Леша погиб в автокатастрофе. Я его жена. Простите. А когда это случилось? 7 сентября. Скажите, Вячеслав, а что вам известно об Алексее? Многое. Но, как говорится, о мертвых либо хорошо, либо ничего. Либо ничего, кроме правды. Именно так звучит первоисточник. Не знал. Ладно. В начале 00-х мы с ним начали один общий бизнес. Потом, спустя некоторое время, он меня подставил. Хорошо, хоть сумма была небольшая. Почему мы должны вам верить? А вы мне ничего не должны, я просто отвечаю на ваши вопросы. А это все, что вам известно об Алексее? 6 лет назад он кинул одного серьезного человека намного серьезнее, чем я. Кинул на большие деньги. Потом исчез. Кто-то его искал, но все безуспешно. И кто этот серьезный человек? Некий Топор. Виктор Топоров. Наш местный авторитет, владел половиной бизнеса в поселке. А где сейчас этот Топор? Без понятия, он исчез 5 лет назад. Ясно. Спасибо большое, что поговорили с нами. До свидания. До свидания. Наташа. Наташа. Это неправда. Этого просто не может быть, ясно? Выслушай меня. Я не вижу смысла Малышева врать. А я вижу. Он ему просто элементарно завидует. Кто он такой? Неудачник. Сидит тут, белок кормит. Алеша был другой. Вот
Почему? Почему так? Если всегда человек яркий, удачливый, если он выделяется из толпы, о нем гадости говорят. Я не знал твоего мужа. Но мысль о том, что для того, чтобы скрыться от бандитов, он стал копыловым и переехал в другой город, мне не кажется уж такой глупым. То есть ты хочешь сказать, что человек, которого я любила, ради которого рассорилась с отцом, сбежала из собственного дома, женился на мне по сухому расчету, использовал меня как ширму? Это неправда, нет. Кому ты поверил? Кому? Кто он такой, этот Малышев? Может быть, он сам с криминалом связан? Может быть, он сам бандит? Мне так не кажется. Я о другом подумал. А что, если Топорову удалось все-таки выйти на Алексея? Что ты имеешь в виду? Ну, если он его нашел, то вполне мог отомстить. Ну, таким способом. Что ты хочешь сказать, что это была не просто авария, что ее подстроили? Что же убили? Я не знаю. В любом случае, нужно идти в полицию и обо всем рассказать. Нет, нет. Скорее всего, у нас просто разыгралось воображение. Следователь мне показался профессионалом, но он бы не закрыл дело, если бы там что-то было нечисто. Прости, пожалуйста, что я тебя во все это втянула. Поехали домой. Игорь, у меня просьба к тебе. Ты пока не говори ничего моему отцу, ладно? Он ненавидел Лешу, считал его проходимцем. Если он начнет опять свое «я же тебе говорил», я боюсь, я не выдержу. Хорошо. Спасибо тебе. По итогам сегодняшнего ужасного дня я узнала, что у меня есть друг. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вперед. Кто там? Добрый вечер, Наталья Дмитриевна. У нас к вам серьезный разговор. Дело касается финансовых обязательств вашего покойного мужа, Алексея Копылова. Я... Никакие обязательства, я ничего не знаю. Твой мужик нам заторчал. Два ляма, зелеными. Теперь это твоя проблема. Я не понимаю ничего. Ваш супруг должен нам 2 миллиона условных единиц. Мы бы хотели получить эти деньги. Вы кто? Да пока это не имеет никакого значения. Деньги собирайте. Через 3 дня мы с вами свяжемся. Хорошего вечера, Наталья Дмитриевна. Не вздумай ментал звонить. Будет больно. Привет. Можно? Я очень соскучилась. Мы уже сегодня виделись. Я не об этом. Том, ты извини, я очень устал. Значит, это правда? Что правда?
Ну, то, что говорят про тебя и Наташу Иворскую. Или как там ее по мужу. Кто говорит, что именно? А ты не понимаешь. Может, ты решил таким образом двигаться по карьерной лестнице? Думаешь, что когда-нибудь тебе обломится место директора? Господи, что за чушь ты несешь? Возможно. У меня тогда есть второй вариант. Старая любовь не ржавеет. Тем более, что освободилось место рядом с нашей принцессой. А тебе очень хочется его занять? Так давай, дерзай. Смотри, только не опоздай. Том, тебе не надоело? А тебе? Нет, правда. Наташа всегда крутила мужиками, как хотела. Мальчики на побегушках. Подай, принеси. Она же даже не все ваши имена знала. Том, иди домой, пожалуйста. Она ведь как черная вдова. Тебе с ней не будет счастья. Доброе утро, красавец! Садись, подвезу. У тебя все нормально? Что случилось? Игорь вчера возил куда-то Наталью на своей машине. Уехали утром, вернулись поздно вечером. Что ж ты не спросила его по-семейному? В постели, куда это они ездили? Очень смешно. Он вчера вечером просто выставил меня из квартиры. Представляешь? Игорь вообще очень изменился. Смотрит на меня и как будто не видит. Богдан, сделай что-нибудь, пожалуйста. Хорошо. Что именно? Я не знаю. Ну, узнай хотя бы, куда они ездили. И чем это тебе поможет? Слушай, Том, мне кажется, ты себя накручиваешь немного. Я уверен, что со временем все наладится. Думаешь? Абсолютно. Абсолютно уверен. Я обещаю. Мне эта дружба тоже не по душе. Здравствуйте. Клим. Здорово. Привет. Что у тебя там за проблемы с Тамарой? Чего ты решил, что у нас проблемы? Она расстроена в последнее время. И мне почему-то кажется, из-за тебя. Не уверен, что тебя это касается. А, нет, нет. Тамара моя сестра, и меня касается. Все, что с ней происходит. Да, ты прав. Но мне тебе нечего сказать. Извини, мне пора. Мы не договорили. Договорили. Твоя машина на стоянке, не дрейфь, целую, папа. Оставьте свое сообщение после звукового сигнала. Я люблю тебя, папа. Доброе утро. Здравствуйте, Богдан. А я к вам с новостью. Помните, я говорил о серьезных людях, которые заинтересовались нашей парфюмерной линией? Так вот, я договариваюсь о встрече в пятницу, 9 утра,
сестрой-то? Да. Очень хорошо. У вас что случилось? Нет, все в порядке. Просто не выспалась. Бывает. Наташа, я хотел еще раз повторить, если у вас вдруг возникнут проблемы, пожалуйста, не отказывайтесь от моей помощи. Хорошо. Спасибо. Хорошего дня. Алло, Влад. Привет, это Наташа Копылова. Привет, Наташа. Рад тебя слышать. Влад, мне нужна твоя помощь. Разумеется. Алексей был моим другом. Слушаю тебя. Мне кажется, у меня большие проблемы. Дмитрий Николаевич, вы знаете, что ваша дочь, наш главный инженер Климов, вчера ездили куда-то вместе на целый день. Вернулись поздно ночью. И что? Так на фабрике по углам шепчется об этом. Ясно. Что-то еще? Нет. Не задерживаю. Да, ситуация неприятная, согласен. Но мне ведь тоже постоянно угрожают. Звонят, пишут. Так называемые обманутые вкладчики. А что я могу сделать? Ты же сама знаешь, мы банкроты. То есть ты думаешь, что ко мне приходили и требовали деньги обманутые вкладчики? Стоп, стоп. Я сказал, так называемые обманутые вкладчики. А там... Есть такие акулы, что мама не горюй. А некоторым из них давно тюрьма платит. Сколько, ты говоришь, с тебя потребовали? 2 миллиона долларов. Да, прилично. Можно сказать, половина оборотных средств нашей фирмы. Что мне делать, Влад? Лёшкин долг отдавать. Ну, у меня даже приблизительно нет такой суммы. Может быть, все-таки обратиться в полицию? Честно? Не советую. Эти бандиты могут человека из-под земли достать. Поверь мне, я знаю, что говорю. Верю. Ну, ты так не отчаивайся. Знаешь что? А приезжай-ка ты ко мне в Ростов. Есть у меня один человечек. Попробую раздобыть информацию. Посидим, подумаем, как выпутываться из этой ситуации. Да, хорошо. Может быть. Спасибо. Что, Климова нет? Как всегда, наверное, по цехам мотается. Наташ, привет. Привет, Том. Есть пару минут? Пойдем кофейку попьем. Да, да, пойдем. Наташ, мы с тобой много лет знакомы. 10 лет, наверное, да? Я тебе прямо скажу, хорошо? Конечно. Оставь его в покое. Ты о чем? Я знаю, что вы вчера с Игорем куда-то ездили. Куда?
Это было по делам моим. Угу. Слушай, скажи, тебе что, мало мужиков вокруг? Тебе нужен именно Климов? Тамар, я, честно говоря, не очень понимаю. Игорь сам предложил меня отвезти. Ну, разумеется, сам. Ты знаешь, а он вообще такой. Чуть что сразу спешит на помощь по первому вздоху. Только, может быть, не надо этим так пользоваться, м? Как ты считаешь? Тем более, что у нас с Игорем отношения. Да. И Сашка к нему очень привязался. Слышишь? Как к отцу. Хорошо, я все поняла. Я рада, что мы с тобой договорились. Пусть подготовят отчет за последних 2 месяца и вызвони юриста наших немцев. Пусть он... Я позову. Угу. Наташа. Пап, привет. Наташенька, в чем дело? Я все утро не могу тебе дозвониться. Послушай, мне нужно уехать. Зачем? Пап, я еду в Ростов. Какой Ростов? Ты че? Пап, я потом тебе все объясню, ладно? Что значит потом? У нас дело не в проворот. Презентация твоего нового аромата. У нас контракты на носу. Папочка, прости, пожалуйста, я не могу сейчас думать об ароматах. Я кое-что узнала про Лешу. Про его прошлое. Я должна разобраться, понимаешь? Мне надо. Доченька, я предложил тебе сотрудничество, как взрослому человеку, а ты ведешь себя, как взбалмошная девчонка. Прости, пап, прости. Но я не могу по-другому. Пока. Добрый день. Привет, Зоя. Добрый день. Ты просила зайти? Да. Игорёш, а заберёшь сегодня Сашку после садика? А я к вашему приходу шарлотку приготовлю с корицей, как ты любишь. Я сегодня без машины, но хорошо. Тук-тук-тук. О, новость дня. Судя по всему, нашему отечественному перспективному бренду кранты. То есть? Наталья Дмитриевна села в свою новую машину и укатила в Ростов. А навсегда или временно? Не знаю. Она еще в школе была непредсказуема. Валик, до трассы подкинь. Поехали. Точно так же, как тебя не интересуют мои дела. Просто это дело всей моей жизни, а тебе наплевать. Мне не наплевать.
Что-то случилось, Дмитрий Николаевич? Ты знаешь, что Наташа уехала в Ростов? Нет. Я с ней разговаривал сегодня утром. Вот утром она и уехала. Присядь. У меня к тебе будет просьба личного характера. А слушаю вас, Дмитрий Николаевич. Я хочу, чтобы ты поехал в Ростов. Наташа сказала, что у нее появились какие-то новосведения по поводу прошлого ее мужа. Не знаю, что она придумала, но хотел бы ее подстраховать. И смотри за ней, чтобы она опять во что-нибудь не вляпалась. Хорошо, Дмитрий Николаевич. Завтра утром поеду. Спасибо. Ну, почему хорошие, порядочные девушки всегда тянутся к подлецам. Привет. Привет. Что ты тут делаешь? Что произошло? Почему ты уехала? Потому что мне нужно было уехать. Наташа, ты мне объясни, что-то случилось? Я не уйду, пока ты не скажешь, в чем дело. Сначала выяснилось, что погибший муж оказался не тем, за кого себя выдавал. Потом выяснилось, что он был еще и мошенник. Потом ко мне вообще врываются какие-то бандиты, требуют, чтобы я вернула его долги. Какие бандиты? Я не знаю. Бандиты не представились. А, еще ко всему прочему, обманутые вкладчики Dream Invest тоже, оказывается, имели на Лешу большой зуб, так что... Почему ты мне об этом не рассказывала? Игорь, потому что у тебя своя жизнь. У меня своя. Они никак не пересекаются. Это мои личные проблемы, и я как-нибудь их решу сама. Уходи, пожалуйста. Я очень устала, правда. Ну и что ты тут делаешь? Дежурю, на всякий случай. Заходи, будем чай пить. Я не смогу спокойно жить, работать, заниматься этими ароматами. Я должна выяснить, что там произошло на самом деле. Наташа, ты опасна, ты понимаешь? Ну, правда, мы уже по третьему кругу ходим. Ну, правда. Давай еще чаю выпьем. Давай. Я сам сел. Нам все-таки надо сходить к этому следователю, который вел дело об аварии. И рассказать все, что мы узнали. Ты знаешь, как его искать? Помнишь его фамилию? Я не знаю, не помню. Но все бумаги, которые есть по делу, они там, на холодильнике. Все, что есть, все там. Mm-hmm.
так нежданчик. Могу идти? Наташа еще спит. А ты стала на хозяйстве? Между прочим, лакокрасочному сегодня пуск на варенье. Я в курсе, со мной работают отличные специалисты, проконтролируют. Тем более у меня отгул на 3 дня. А сестра моя в курсе твоего отгула? Богдан, здравствуйте. А вы как здесь оказались? Доброе утро, Наташа. Дмитрий Николаевич попросил меня провести переговоры с банком о выкупе ваших акций, вложенных в компанию вашего мужа. Поэтому я здесь. А, спасибо. Вот хотел пригласить вас позавтракать. Да, вижу. Вам не до меня. Ну что ж, мне пора. Я вам перезвоню после встречи. Спасибо еще раз большое. Всего хорошо. До свидания. Игорь, ты должен возвращаться домой. Наташа, давай сам решу, что и кому должен. Собирайся, пойдем в полицию. И у меня есть основания предполагать, что автокатастрофа была подстроена. Какие именно основания, Наталья Дмитриевна? Я же вам только что сказала. У моего мужа был враг. Криминальный авторитет Виктор Топоров по кличке Топор. Он угрожал вашему мужу 6 лет назад, когда у вашего мужа была другая фамилия, когда он жил в Ивановке, где закончил среднюю школу. Хотя он почему-то представился детдомовцем и ничего не забыл. Вам это кажется смешным? Нет. Смешного во всем этом мало. Давайте, знаете, что с вами сделаем? Вы... Вы напишите мне заявление. Листик, ручка. Ну и постарайтесь изложить нам все подробно и по возможности четко. Спасибо. Виталий Сергеевич, я бы хотела ознакомиться с материалами дела. Детективов начитались, да? Да, Юра, я не имею права у вас не принять заявление. Но де-факто дело закрыто. И возобновлять его нет никаких оснований. Это вам скажет любой прокурор. Ваш муж превысил скорость, его машину занесло на повороте и бросило в кювет. Никакого криминала в этом нет. Впрочем, пишите заявление, Наталья Дмитриевна. Куда дальше? Я не знаю. Может, этот Белозеров прав? Мы, дилетанты, решили, что знаем и видим больше, чем профессионалы. Ты знаешь, дилетантам иногда везет. Что ты ищешь? Посмотрим, что писали об этой аварии в СМИ. Так. Есть. Дурак, прости. Зачем ты мне это показал? Здесь есть имя автора. Руслан Снегирев. Он делал репортаж об этой аварии. Думаю, разыскать его будет несложно. Поехали. Что я должен был сделать? Да, заявление принял. Максимум 5 дней потянуть смогу. Но ты тоже давай ускоряйся. На 3 дня. Шеф бушевал, мне сюда было слышно. У нас же пуск лакокрасочный, и немцы, и вообще.
Вот скажи, что твой Климов себе думает? Что они в этом Ростове все нашли? Вот интересно, кто выиграет? Твой братец или сосед? Свет, а ты что-то совсем разучилась кофе готовить? Смотри, а то шеф быстро найдет тебе замену. А Климов все равно будет моим мужем. Да, здравствуйте еще здравствуйте. Раз. Здравствуйте. Это Наташа. Очень приятно. Здравствуйте. Вы сказали, у вас есть свои соображения по поводу гибели Алексея Копылова. Соображения есть, но они связаны с местом аварии. Тогда поехали. Ах, да, извините. Поехали. Да, ее довольно-таки далеко протянуло. Водитель вполне мог сбросить скорость и вырулить. Если, конечно, тормоза не отказали. Вот именно. А где находится то, что осталось от машины? На свалку везли. Пару километров отсюда. Ну что, поехали? Поехали. Гоняет, как сумасшедший, разбивается в смятку. И целое кладбище автомобилей. Мы могли ее пропустить? Да нет. А вот это не она? Кажется, она. Раз можно что-нибудь понять? Еще не знаю. Фланги сгорели в золу. На забаке тоже ничего не осталось. Пластик. Какая тут может быть экспертиза? Так а это что такое? Говорю, пластик не разберешь. Вот и я не разберу. Только эта штуковина мне не очень нравится. Да. Игорь, я хотела перед тобой извиниться. Тебе не за что извиняться. Мне как-то неспокойно на душе. Вчера плохой сон приснился, потом Санька утром вредничал, не хотел в сад идти. Ну вот я и сорвалась. Приезжай к нам скорее, мы тебя очень ждем. Сашка скучает. Том, у меня еще дела, пока. Держи. Я же не сволочь какая-то. Вижу, девушка капризничает, ты исполняешь. А тут правда какая-то ерунда. Спасибо. Слушай, нужно ехать опять к Белозерову и рассказать, что мы обнаружили. Да не нужно к нему ехать. Он специально это дело на тормоза спустил. Зачем? Поговаривает, у него связь с преступным миром. Но за руку пока никто не поймал. А теперь такой шанс появится. Возможно. Что вы нашли? Да непонятную штуку одну. Надо на хроматографию проанализировать. Хорошо, поехали. Куда? Ко мне в институт на химфак. А потом можно в полицию к Белозерову. Ребят, хотите доискаться правды? Обратитесь в городскую прокуратуру. Там есть Тарасов Олег Евгеньевич. Человек честный, принципиальный. Вы объясните ему, и он вам, возможно, поможет. Спасибо. Спасибо, Никать. У меня теперь есть право на эксклюзивный репортаж. Жду звонка. Здесь учился.
Да, перевелась на третий курс. Когда с Лешей сюда приехала. Ну что, не надоело тебе еще с ароматами возиться? Может быть, к нам в аспирантуру? Пожалуй, нет. Вы знаете, наш декан до сих пор упрекает профессора Погодина, что увлек Наташку ароматами. Кстати, а ты знаешь, что он уехал в Финляндию преподавать? Да, а как там? Оль, нам бы один образец на хроматографе посмотреть. Да легко. Я здесь подожду. Хохлов, привет. Что-то у нас в Утиловом. Все в порядке? А он у тебя интересный. И смотрит такими влюбленными глазами. Сколько вы уже женаты? Оль. Ну а что, Оль? Метилен, тринитрамин? Господи, гексоген. Это же взрывчатка. Володя, если что, сразу звони мне. Никакой самодеятельности. Игорь. Я перезвоню. Вот. Могу перевести на человеческий язык. Не нужно, я в какой-то степени тоже химик-технолог. Что ты думаешь по этому поводу? В порядке рабочего бреда. Гексогеновую бомбу небольшой мощности прикрепили к бензобаку. Когда автомобиль зашел на поворот, ее дистанционно взорвали, бензобак загорелся. И ни у кого не возникло сомнений, что это несчастный случай. Ребят. Какой бензобак, какая бомба, я не понимаю. Оль, я потом тебе все объясню, ладно? Спасибо огромное, ты нас очень выручила, извини. Спасибо. Почему мы сбежали? Почему
и написали заявление в полицию. Это бессмысленно. Они меня здесь нашли. Кто? Те, кто требует с меня Лешин долг. Ты думаешь, это люди топора ее подожгли? Я не думаю, я знаю. Они позвонили мне сразу же, как мы туда пришли. Они за мной следят, они не оставят меня в покое. А мне просто негде взять такую фантастическую сумму денег, негде. Надо идти в полицию. Мы уже были у Белозерова. Руслан говорил о Тарасове из прокуратуры. Давай пойдем к нему. Ой, не хочу, я никому не верю. Полиция все равно выяснит, чей автомобиль сгорел, задаст свой вопрос, почему-то раньше к ним не обратилась. Очень устала, хочу спать. Да, ты права, нужно отдохнуть. На свежую голову решите, что делать дальше. Простите, Наташенька, за столь ранний визит, но тут такое. Не волнуйтесь, мы сейчас все уберем. Что, собирайся, пойдем к Тарасову. Это я приобрел этот автомобиль для своей дочери. Что? Что с ней? Ну, слава богу. Доброе утро, Дмитрий Николаевич. Я не уверен, что она добрая. У Наташи проблемы. Сожгли ее автомобиль. Так что ей наверняка понадобится помощь. Хорошо, Дмитрий Николаевич. Вы не волнуйтесь, я все устрою. Хорошего дня. Поехали. Вот поэтому я уверена, что ко всему произошедшему причастен этот Топоров. Хорошего дня. Не уверен, что он будет хорошим. Олег Евгеньевич, так вы займетесь нашим делом? А я разве не им все занимаюсь? Значит так, Виктор Топоров был убит 2 года назад во время бандитских разборок. Поэтому это не он. Получается, прав был партнер моего мужа. В смысле? Он думал, что это могут быть обманутые вкладчики, их фирма. Dream Invest. Они строили многоквартирный дом, а потом обанкротились. То есть люди вложили деньги и остались ни с чем? Хорошо. Я возьму это дело об автокатастрофе на доследование. Кто его вел? Капитан Белозеров из 3-го отделения полиции, но он не захотел. Я понял, понял. Я вас больше не задерживаю, ваши контакты у меня есть. Да, кстати. Как фамилия партнера вашего мужа? Процюк. Владислав Процюк. Угу. До свидания. Всего доброго.
Капитан Белозеров? Добрый день. Следователь Тарасов вас беспокоит, городская прокуратура. Да. Что вы можете сказать по поводу гибели Копылова Алексея Андреевича 1984 года рождения в автокатастрофе? Значит, эта дамочка уже и до прокуратуры добралась, да? Вот уж неугомонная особа, а? А по существу дела есть что-то сказать? А что тут сказать? У барышни снесло крышу от потери любимого мужа, к тому же. Как я понял, она еще и любительница детективов. Ясно, это все лирика. Подготовьте, пожалуйста, материалы по этому делу, я беру его на доследование. Белозеров. Какой неприятный тип. Зря так. Я, конечно, понимаю, он не образец галантности. Но мужик, судя по всему, толковый, порядочный. С чего же это следует? Интуиция, наверное. Она тебя никогда не подводит, да? Нет. Здравствуйте, Тамар. Нет, пока еще не еду. Да, дела. Ну, жаль. Ты же обещал Сашку на выставку старых автомобилей сводить. Сань, только ничего там не трогай. Да-да, я понимаю. Слушай, тут Сашка из тебя еще хочет что-то сказать. Сынок, сынок, поговори с дядей Игорем. Скажи ему, чтобы скорее приезжал. Привет, дядя Игорь. Санек, здорово, а ты чего не в садике? А, и сколько этот карантин продлится? Ого. Нет, ну мне нужно еще кое-какое время здесь задержаться. Не, ну я, конечно, помню, что обещал. Но понимаешь, тут один хороший человек в беду попал. Нужно выручать. Ты со мной согласен? Конечно, это мужчинский поступок. Я тебя люблю, дядя Игорь. Пока. Алло. Да, Богдан, добрый день. Извините, я просто не могла раньше ответить. Нет-нет, все нормально. Хорошо. Да, да, конечно. Папа уже знает про машину. Позвонили из местной полиции. У Богдана какая-то важная информация, он ждет нас сегодня в 6 часов в ресторане. Может, пойдешь домой отдохнешь? А я по городу погуляю. По городу погуляю. Знаешь что? Пойдем. Куда? Пойдем, пойдем. Знаешь, как это практически можно сделать? Прикрепить бомбу к бензобаку. Ну, думаю, нужно прежде всего иметь доступ к автомобилю. Вспомни, может, Алексей одолжил кому-нибудь машину? Нет. Он к машине относился очень трепетно, даже меня за руль не пускал. А где он ее оставлял? В подземном паркинге, но туда посторонних не пускают. А может, он отдавал ее в автосервис, не помнишь? Не помню. Понимаешь, я вообще на такие вещи даже внимания не обращала. Мы последнее время жили каждый в своем личном пространстве, виделись урывками. Я в лаборатории, Леша у себя в офисе или на стройке. Постоянно в разъездах. Если бы я думала не только о себе, если бы я знала. Наташа, тебе не в чем себя винить. Люди, как бы не любили, очень редко живут, полностью растворяясь друг в друге. Может, один случай на миллион. Поверь, я знаю, о чем говорю.
Сюда, проходите, пожалуйста. Спасибо. Богдан, извините, пожалуйста, мы не рассчитали немного время. Ничего страшного. Это вам. Спасибо. Поставьте, пожалуйста, воду. Прошу. Ну что ж, с чего начнем? Здесь вино, кстати, отменное. Мне кофе, пожалуйста. Мне чай, пожалуйста. Обычного черного. Итак, что случилось с машиной? Где вы были тогда и что сказали в полиции? Богдан, если честно, мне не очень хотелось бы сейчас это обсуждать. Мы сами разберемся. Вы сказали по телефону, что у вас есть очень важная информация по поводу дел Лешиной фирмы. Да. Понимаете, у меня создалось такое впечатление, что фирму обанкротили искусственно. Перед этим вывели деньги через офшоры. Это, конечно, требует тщательного расследования, но интуиция меня никогда не подводила. Но есть возможность вернуть часть ваших денег. Для этого, Наташенька, мне нужно подписать такое заявление, что деньги были взяты без вашего ведома. Я не буду ничего писать. Я Лёше сама дала эти деньги. Лёшу убили. Убили, я уверена. Убили? Кто? Машину Алексея взорвали. Но если, как ты говоришь, деньги со счетов фирму сняли еще до ее банкротства, то ты вполне мог сделать Владислав Протёк. Партнер Наташиного мужа. Зачем? Возможно, Леша узнал об афере и хотел сообщить в полицию. Друзья мои, а вам не кажется, что вы немного заигрались? Как-то выходит чересчур остросюжетненько. Извините, пожалуйста, я сейчас. Мы настояли на пересмотре дела о гибели Алексея, и твоя информация может нам очень помочь. Я повторюсь, это пока только мысль. Когда появится официальное подтверждение, конечно, я. Старичок, тебе не кажется, что это все как-то не по-мужски, а? Ты о чем? Я, Наташа. О ее моральном состоянии. Человеку явно плохо, а ты просто этим пользуешься. Ты выпил лишнего? Мне не безразличны чувства близких мне людей. И я своей сестре. Чего тебе не хватает, а? Давай я как-то сам разберусь со своей личной жизнью, хорошо? Нехорошо. Наташа, это мой призовой фонд. И я хочу, чтобы ты понял. Я ее не уступлю. Чего ты скачил-то? Извините, пожалуйста, у меня голова разболелась, я домой поеду. Игорь, ты проводишь меня? Конечно. Богдан, спасибо вам большое. Приятного вечера. До свидания. Будь здоров. И тебе не хворать. Сейчас я машину поймаю. Не надо, Игорь. Не надо, извините. Что случилось? Не могу. Боюсь домой ехать. Но я же рядом. Да, я знаю, спасибо. Просто столько случилось за последнее время. И еще этот запах. Это листья жгут. Значит, так пахнет тревога. Листьями, которые жгут. Ну, тогда пойдем гулять. Пойдем. Увлекаешься велоспортом? Нет, просто нравится это место. Мне кажется, это модель нашей жизни. Бег по кругу? Нет, это точно не про тебя. Откуда ты знаешь? Знаю. Замерзла?
Спасибо. Что, бензином пахнет? Да нет, не только. Тут целая гамма ароматов. Масло и металлическая стружка. Даже костра немного. Я, кстати, как-то думала создать подобный мужской аромат. Ты шутишь? Нет, почему? Некоторые известные дизайнеры выпускают ароматы такие. Чем я хуже? Нет, ты не хуже, ты намного лучше. Я вот до сих пор помню запах твоих духов. От него у меня кружилась голова. Я на самом деле думал, что они очень дорогие, а рассмеялась и сказала, что это всего лишь навсего виноградное масло. Слушай, а правда, я тогда только начала экспериментировать с аромамаслами. Надо же, ты помнишь такие мелочи. Не мелочи, это моя жизнь. Я помню все связанное с тобой. Сколько людей за этими окнами, со своими радостями, проблемами. В детстве я была уверена, что уж в моей-то жизни будет все не так, как у всех. Доброе утро. Доброе. Как тихо. И запах удивительный. А мне сразу школа вспомнилась. Ну да, так пахнет осень. А ты знаешь этот секрет племени майя? Какой? Потом как-нибудь расскажу. Вот Леша настройка. Можем сходить посмотреть, что там делается? Да. Dream Invest. Несостоявшаяся мечта. Я же ничего этого не знала. Наташ, повторяю тебе еще раз, в этом нет твоей вины. Мы обязательно выясним, кто стоит за банкротством фирмы и за смертью Алексея. Я тебе обещаю. Жалко, телефон не сохранился. Могли бы позвонить этому Прохорову. Может быть, что-то удалось бы узнать. Кому сейчас этот номер вычислим? Мобильных операторов всего лишь несколько. Можно попробовать. Доброе утро, это Андрей? Какой еще Андрей? В 7 утра. Доброе утро. А мне нужен Андрей. Ну какое утро? Вы на часы смотрели? Ночь еще. Алло. Доброе утро. Извините за ранний звонок. Мне нужен Андрей Прохоров. А что вам нужно? Это по поводу недостроенного компании Dream Invest дома. Мы только что оказались на стройке, так поняли, Андрей возглавляет комитет дольщиков. Возглавлял. И нет больше никакого комитета. И денег нам никто не вернет. Маша, не хорони все раньше времени. Наша борьба еще не закончена. Здравствуйте. Я обязательно выведу этого мошенника и афериста на чистую воду. Это вы о ком? Ну, о Протюке, конечно. Зло всегда наказуем. Я в этом не сомневаюсь ни секунды. Тем более, подельник Протюка Копылов свое уже получил. Скажите, вы какой СМИ представляете? Извините, я вам перезвоню. Наташ, ну что опять не так? В смысле?
Опять то же самое, ты же все сам слышал. Или ты что, ему поверил? А ты что, нет? Я? Я верю, что мой муж тут совершенно ни при чем. Он даже не знал ничего. Это Влад обманул этих людей. Потом обманул Лешу. Убил его. А ты... Ты веришь какому-то подозрительному Малышеву. Какому-то вообще неизвестному Прохорову. Может быть, ты просто хочешь, чтобы Леша оказался во всем виноват? Здравствуйте, извините, я вам звонил несколько минут назад. Меня зовут Игорь Климов. Мне нужно с вами поговорить. Жанна к бате поехал? Не, мои люди сказали, что она не появлялась. Может, в башню оторвет, если мы ее сегодня не привезем. Че это нам? Тебе? Это ж ты упустил этих голубков вчера утром. Вот она. Сядь. Привет. Ну что делать будем? Ждать. Выдержи она когда-нибудь из дома. Тебе нужно сматываться, чем быстрее, тем лучше. Да, конечно. Документы на имя Мухина постараюсь сделать за несколько дней. Все. Я сам работал в Дрим-Инвесте, в охране. Потому и влез в эту авантюру. Я же думал, своя компания не обманут. А получилось, что и работа, и деньги в один момент пропали. Когда это произошло, вы вспомните? Чего ж не вспомнил? 7 сентября. Пришел на работу, офис закрыт. Никто ничего не знает. Потом оказалось, что и стройка в этот же день остановилась. А еще погиб Алексей Копылов. Ну, об этом мы узнали уже позже. Копылова убили? Да ладно. Кто? Не знаю, следствие идет. Но есть вероятность, что его смерть могла быть выгодна его партнеру, Владиславу Протику. Погоди, погоди, погоди. Они ссорились за пару дней до всех этих событий. В кабинете у Копылова. Ор такой стоял, что я на входе слышал. А что орал, не вспомните? Нет, я не прислушивался. Говорите, следствие идет? Схожу я к вашему прокурору и дам показания. Спасибо вам большое. Да не за что. До свидания. Сервис. 5 сентября. Хахаль нашей птички. На раз-два тащим машину. Зачем? Сам поймешь, если не дурак.
Алло? Выходи скорее, я жду. Тихо-тихо-тихо-тихонечко. Твой друг в машине. Не дергайся, все будут живы. Пошли, тихонечко открываем дверь, заходим. Должна была так говорить. Тебе нечего извиняться. Я все понимаю, тебе трудно поверить, что человек, которого ты любила, оказался не тем, за кого себя выдавал. Тормозни, машина. Они вам пока не понадобятся. Привет, сестренка. Как вы там? Я возвращаюсь. Нет, они еще останутся здесь. А, все. А, я говорю, все. Потом обсудим. Возврата долго истекает. А вы вместо того, чтобы выполнять финансовые обязательства своего мужа, ментам да в прокуратуру бегаете. А ведь вас предупреждали. Идем. Никуда не пойду. Иди, иди, иди. Давай. Ты, походу, боксер? Что вам от нас нужно? От тебя лично ничего. Мастер спорта по боксу Игорь Климов. Ну вот, если твоя краля будет хорошо себя вести, то скоро вы поедете домой. Понял. А давайте-ка развлечемся, а? Короче, боксер, хочу с твой бой посмотреть. С какого ты перепугу я должен вас развлекать? С того перепугу, что я тебе башку кирпичом проломаю. Скажу, что так было. Слышь, Толя, поди сюда. Тут у нас мастер спорта по боксу объявился. Покажи-ка ему пару приемчик. Только не убей, Толя, как всегда. Пацаны, руки хоть развяжите. Удачи. Я с двух ударов ушатаю. Ух ты. Хорошо, давай.
кончил. Отлично. Сейчас. Здравствуй, Наташа. Влад. Ну, ты сама виновата. Мои люди пытались договориться с тобой по-хорошему. Ты подослал ко мне бандитов. Поджег мою машину. Как ты мог, Влад? А что мне оставалось делать? На контакты идти не хочешь? Я и так очень долго ждал. Чего ты ждал? Пока ты придешь в себя после смерти мужа. Ну, по-моему, это было напрасно. Ты очень быстро нашла ему замену. Оля, работа, работа! Поехал, поехал! Хорошо! Что ты несешь? Ты убил моего мужа, теперь ты надо мной издеваешься. Наташа, это серьезно? Абсолютно. Я знаю, что банкротство вашей фирмы было искусственным. Ты снял деньги со счетов, а когда Леша узнал об этом, ты убил его. Так. Ты ходила в прокуратуру, чтобы рассказать, как я убивал твоего мужа. У нас есть доказательства. Тебе не отвертеться, ясно? Да. Ну-ну. Давай, стоп, боксер! Давай, 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 давай! Один. Два. Три. Как ты все гениально придумала. Засадить меня за решетку, а все деньги забрать себе? Не выйдет, Наташа. Придется все-таки делиться. Но теперь будет все по-другому. Я дам тебе не 50%, как раньше, а 30%. С учетом всех моих издержек. Ты че? Ты че? Давай, давай! Давай, 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 давай! Ну что, я пошел. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я ничего не знаю, ни о каких деньгах. Да ладно. Прекрати ломать комедию. Ведь это не я, а вы. Вы с Алексеем провернули аферу по выводу 4 миллионов со счетов нашей компании. Из чего ты это взял? Собственными ушами слышал. Как Алексей незадолго до смерти разговаривал с менеджером какого-то банка. И что? А то, милая моя, что он интересовался, на какой депозит лучше положить деньги, чтобы пользоваться им вместе со своей женой. Независимо друг от друга. Хотя дурачок думал, что это твои личные активы. Оказалось, что это деньги нашей компании. Я не верю тебе. Леша, Леша не участвовал ни в каких аферах. Он просто не мог. Так, все, хватит. Предлагаю тебе хорошие условия. Все-таки я был другом твоего мужа, хоть он оказался редкой сволочью. Завтра я приеду сюда с нотариусом. Ты подпишешь доверенность на мое имя, сообщишь мне номер счета. И как только деньги будут у меня, я отпущу тебя и твоего бойфренда. А если нет, ты останешься здесь навсегда. Моим ребятам абсолютно пофиг. Есть тут кто-то в подвале или нет? До свидания. Простите, Дмитрий Николаевич, да. Это документация по фирме вашего буйного зятя. Я разобрался. Что там, Наташа? Что полиция говорит по поводу сгоревшей машины? Это никак не связано с делами фирмы Копылова? Думаю, нет. Полиция идет расследование, там говорят, что это похоже на обычное хулиганство. Наташа мне так и говорила. Но я сомневался, думал, может, что-то скрывает. Ты на всякий случай держи руку на пульсе. Конечно, Дмитрий Николаевич. Буду делать все, что от меня зависит. Хотя с Натальей Дмитриевной не так-то просто вести дела. Она с детства делает то, что хочет. Кто там с фирмой моего зятя? Я разобрался в нюансах. К сожалению, финансовый интерес вашей дочери потерян. Можно было бы кое-что вернуть, но она наотрез отказалась в этом принимать участие. Посмотрите сами.
Да, теперь мы бедные, зато гордые. Ксюрчи. Боксерчи. Кам. Э. Кам. Ствол давай. Где она? Украли эти деньги, Влад тут ни при чем. Получается, смерть Алексея ему была невыгодна? А кому выгодно? Это вопрос. Ты как? Я в порядке, сейчас, секунду. Фу. Игорь, прости меня, пожалуйста. Прости, что втянула тебя во все это, я не должна была. Да ладно, все нормально. В любом случае, нужно выбираться отсюда. Стой! Спасибо, что подвезли. Да, и большое спасибо за аптечку. Хорошие дела улучшают карму. Всего доброго. Счастливо. Ну что, куда теперь? Будем ждать Снегирева, пусть отрабатывает свой будущий репортаж. Хорошо, что я его визитку в бумажник не положил. Его-то у меня отобрали. Слушай, мы же раньше в одной компании были. Ты никогда мне не говорил, что боксом занимался. Я тебе многого не говорил. Я забыла про квитанцию. Какую квитанцию? Я нашла квитанцию из автосервиса. За 2 дня до аварии Леша ремонтировал машину. Я хотела эту квитанцию Тарасову показать, и теперь она... осталась в сумочке, а сумочка у бандитов. А если вместе со Снегиревым сюда приедет отряд полиции? Ну, скоро у нас будет возможность это проверить. А знаешь, он мне показался довольно-таки хорошим человеком. Как оказалось, наше представление о людях часто бывает ошибочное. Как-то так. Готово. Спасибо тебе. Тебе спасибо. Не знаю, что бы я без тебя делала. Они нас нашли. Thank you.
Да нет, это не они. Ребят, ну вы даете. Привет. Привет. Судя по тому, что и как с вами происходит, думаю, материал у меня будет просто бомба. Мы стараемся. Я вижу. Руслан, спасибо огромное. Извините еще раз, что мы вас дергаем. Просто не к кому больше обратиться. Так, прекрати извиняться и давай уже переходить на «ты». Привыкай. Сейчас едем ко мне, перекусим и решим, что делать дальше. Знаете, у меня возникла другая идея. Жаль, что она мне раньше в голову не пришла. У моего профессора Погодина есть дача за городом. Он сейчас за границей. Там нас точно никто не найдет, и, думаю, профессор будет не против. Так поехали. 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 Слушай, Наташ, если Влад слышал, как Алексей говорил, что ты в курсе всех его дел, а ты на самом деле не в курсе. Выходит, врал либо Процюк, либо твой муж. Если бандит Топоров давно мертв, Процюк не был заинтересован в смерти твоего мужа, значит, выходит, у нас больше нет подозреваемых? У нас есть еще одна зацепка. Машина перед взрывом была в автосервисе. Чего же вы молчали? Наташа только сегодня утром об этом узнала. О каком автосервисе идет речь? Квитанция в сумке, а сумка у бандитов. Сеть автосервисов masterkluch.com. Возле стройки Dream Invest. Здорово. Значит, завтра с утра заеду в этот автосервис и узнаю, кто занимался вашей машиной. Вот тогда и будем решать, что дальше. Этот поворот или следующий по трассе? Дальше. Там должна быть развилка с указателем «Масляки», потом еще 2 километра по грунтовке. А кто этот твой профессор? Один из ведущих специалистов нашей страны в области создания синтетических ароматов. Мой учитель и удивительный человек. Пригодится. Руслан, спасибо огромное за помощь. Мой дед, а ему 93, говорит, что если хорошие люди перестанут помогать друг другу, то на земле вообще капец будет. Судя по лексике, у тебя продвинутый дед. Я тоже стараюсь. Спокойной ночи. Спасибо. Давай. Счастливо. Спасибо. Дома. Илья Михайлович тут разные травы сушит, экспериментирует с ароматами. Ключ не прячет. Так что нам повезло. Посвети. Света, как обычно, нет. Пробуем найти свечи. Спички. Надеюсь, хозяева нас простят. Держи, переоденься. Больше ничего я не нашла. Вот только чай и сахар. Спасибо. Такое ощущение, что мир замер, есть только мы и эти запахи. А помнишь, я тебе обещала рассказать секрет индейцев майя? Да. Просто они, когда хотели запомнить что-то очень важное, не просто запомнить, а по-настоящему со всеми подробностями, ощущениями. Они вдыхали аромат, определенную смесь трав.
потом убирали эту смесь в мешочек. Просто по прошествии времени могли достать, вдохнуть и вспомнить. Я бы, наверное, хотел сохранить аромат сегодняшней ночи. А ты? Не знаю. Чего же не понимаю? Доброе утро. Ты где это взял? В сарае за домом нашел. Ты понимаешь, что ты стащил ценные заготовки профессора? Я совсем чуть-чуть, их же там много. Я конечно, не знаю, что я принес, но запах просто невероятный. Пахнет, правда, удивительно. Летом и медом. Это точно зверобой. Что тут еще пижма? Как удивительно. Еще ты стилистник. Лаванда. Слушай, просто настоящий аромат, он открывается постепенно. Удивительно. Я думаю, твой отец был прав, когда дал тебе возможность выпускать на заводе парфюм. Извини, я что-то не то сказал? Ну, ты прости, если... Нет, все хорошо, правда. Просто у меня с этим парфюмом ничего не получается. Хотя я очень старалась, правда. Пыталась как-то, ну, чисто на технике, на каких-то старых наработках. Но настоящего живого аромата нет. Почему? Ну, не знаю, наверное... Как-то я вычитала у Эрнеста Бо, это создатель духов Шанель номер 5, что настоящий аромат — это гармония. Наверное, невозможно создать букет ароматов, если не чувствуешь гармонию в себе. Я думаю, у тебя все получится. Спасибо, Игорь. За окнами трепещут тени веток, играешь ты надеждами пустыми. Родился новый день в театре света, но кажется тебе, что ты в пустыне одна, в пустыне в полной тишине. Не можешь выбрать даже направления, куда идти, и жизнь летит мгновением, потерянным в пути. Нас разделяет с тобой такая долгая ночь, уносит ветер слепой
слова любви моей прочь. Я буду их повторять тебе опять и опять, но в лабиринтах чужих совсем не слышишь ты их. Я уже говорил, моим любимым ароматом всегда был запах промасленной ветоши. Тут что-то необычное и невероятное. Как пахнет осеннее чудо. Как ты сказал, осеннее чудо? Я хотел сказать осеннее утро. Но мне кажется, сейчас это практически одно и то же. Типа испарились. Да. Да, Владислав Семенович. Дэн, ты как-то говорил, что можешь вычислить местоположение человека по номеру мобильного. Да, есть один вариант. Кто? Ну, прога специальная. В смысле, программы. Да, понял. Пока. Поехали. Найдите мне номер приемный химкомбинат. Вот здесь я посмотрю, кто приехал. Главное, ничего не бойся. Отшельники. Наташ, ты красивая. Да что, журналисты так хорошо зарабатывают, что могут позволить себе каждый день менять машину? Хорошая шутка. Но, во-первых, это не моя машина, а приятеля. Свою я оставил на том самом автосервисе. Ну, типа, на техосмотр. Должен же я как-то втираться в доверие. А во-вторых, вот телефон. Простенький, но надежный. Руслан, спасибо огромное. Вообще такое ощущение, что мы тебя уже полжизни знаем. Это профессиональное втираться в доверие. Света, привет. Угу. Скажи, от Климова ничего не слышала? Я просто два дня не могу до него дозвониться. У него все нормально. Думаю, да, раз ни он, ни Наташа не спешат возвращаться. Кстати, твой брат же видел их в Ростове. Вот и поинтересовалась бы у него. Ну, хорошо. Я как-нибудь сама решу, у кого и чем мне интересоваться. Значит так. Машину Алексея Копылова обслуживал автомеханик Артур Мухин. Ты с ним уже говорил? Нет. Он исчез еще в начале сентября. Ребята с работы рассказывали, будто он подался на заработки за границу. Сам он из Обухова. Вот прямо сейчас туда и поедем. Игорь, отдай телефон, хочу папе позвонить. Трубку не берет. Наверное, не хочет со мной разговаривать. Но он же не знает, что это ты звонишь. Номер-то незнакомый. Ну да, ты прав. Так, а мне нужно на комбинат позвонить.
Свет, привет. Это Климов. Привет, пропажа века. Слушай, тебя уже все тут обыскались. Я-то, конечно, передам, но ты же понимаешь, что я в Орском, это совершенно не понравится. А он в страшном гневе. Хорошо, да. Нет, у него сейчас совещание с немцами. Угу. Наташа, привет. Давай, пока. Дома. Нашелся твой Климов? Да, он в Ростове сейчас, да. И взял еще 3 отгула. Ага. Так у него номер другой. Да, я тебе сброшу смс-ку, хорошо? Здравствуй, Тамара. Нечего было волноваться, у меня все в порядке. Это все, что ты можешь мне сказать? Я 2 дня не могу до тебя дозвониться. У тебя, оказывается, новый номер. И даешь мне его почему-то не ты, а Света. Так получилось. Извини, я сейчас не могу разговаривать. Держи. Все оказалось не так страшно. В городе всего 3 Артура Мухина. Но по закону детективного жанра, ваш окажется по последнему адресу. Так, может быть, сразу с 3-го и начать? Спасибо, старик. Даже не знаю, как тебя благодарить. Если что-то нужно, звоните. Даже если ничего не нужно, все равно звоните. Спасибо. Алло, Богдан, я не знаю, что мне делать. Эта директорская дрянь уводит у меня, Игорь. Хорошо, хорошо. Я жду тебя вечером. Добрый день. Приемная директора комбината «Синтез» Дмитрия Яворского. Слушаю вас. Здравствуйте, милая девушка. А скажите, как мне найти Игоря? Климова. Климова. Знаете, я его старый друг. Звоню ему, звоню, а телефон молчит. Так, Климов взял отгулы и сейчас находится в Ростове, и номер поменял. Ой, а вы не могли бы мне его дать? Знаете, я работаю в Швеции, а здесь проездом. А послезавтра как раз буду в Ростове. Да, конечно. Да, я записываю. Здрасте. Вам кого? Здравствуйте, нам нужен Артур Мухин. Он дома? Нет. Что вам еще нужно? Ваш муж автомеханик? Ну, допустим. Он работал в Ростове в сети автомастерских «Мастер Ключ». Да, в чем дело? У нас к нему очень важный разговор. Нам в сервисе сказали, что он домой уехал. Ну так ищите его там, где у него теперь дом. Здесь его не было уже 3 месяца. Я сейчас полицию вызову, ну пошли отсюда! Послушайте, пожалуйста, у меня в автокатастрофе муж погиб. В сервисе нам сказали, что накануне его машину ремонтировал ваш Артур. Вы хотите сказать, что Мухин в аварии виноват? Мы не знаем. Нам нужно задать ему несколько вопросов. Пожалуйста, помогите его найти. Пожалуйста. Да у этого Мухина столько баб было, что я и знать не знаю, где искать его. Да неинтересно мне, если честно. Катька вон. Говорила, что в конце лета видела его с хозяйкой магазина Джулия, который на Ломоносова. В ресторан к ней ходили, а она там администратором работает. Ну вот, несколько раз были мерзавцы. Может, у нее живет дома, не знаю, может, другую дуру нашел. Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Руслан был прав. Нужный нам Мухин оказался по последнему адресу. Слушай, давай, может, я сама попробую с ней поговорить? Давай, я здесь подожду.
уже закрылись. Не стучите, пожалуйста. Девушка, мне нужна хозяйка магазина. Я вас слушаю. Я ищу Артура Мухина. А я не знаю никакого Мухина. И магазин закрыт в связи с полной распродажей. До свидания. Девушка, говорит, что не знает никакого Артура. Мне кажется, она врет. А если Мухина тоже соврала? Не знаю, мне кажется, она говорила правду. Куда ж ты? Ты что ж творишь, боец? Тебе что, родители не учили, что на дороге играть нельзя? Ты почему один? Где твои родители? Мама в магазине вещи собирает. Сейчас мы едем в Бубновку, а потом летим на самолете за океан. Вадик! Вадик! Давай, беги. Я думаю, нам надо ехать в Бубновку. Есть небольшая вероятность, что Мухин может быть там. Да, очень даже может быть. Тем более, мальчик сказал, они ночью улетают. Поехали. Это какая Юля? У которой близнецы? Нет, нет, у нее мальчик лет 7. А, Вадик, смотрите, вот видите, через участок шиферная крыша. Угу. Да, хорошо, спасибо большое. Спасибо. Может, надо было с Тарасовым связаться? Что бы мы ему сказали? Что нам кажется, что некий Мухин, который находится неизвестно где, возможно, причастен к гибели Алексея. Другое дело, если мы его найдем. Ну да, ты прав. Побудь здесь и посмотрю, может, он в доме. А как ты знаешь, что это Мухин? Главное ввязаться в драку, а там посмотрим. Хорошо, я уже, да, я уже собрался, блин, Захарыч, да блин. Невозможно. Ташечка, я сейчас объясню. Погиб, я же... Я сама чуть не умерла. А потом, когда я искала того, кто тебя убил, мне угрожали. Я понимаю, но у меня были причины. Господи, это какое-то наваждение. Ровно 6 лет назад, в это же время, ты мне те же самые слова говорил. Тогда взорвался в твоей машине. Там же твои часы были, твое кольцо обручальное. Ташечка, мы уедем. Мы с тобой уедем, мы сбежим, и нас больше никто не беспокоит. Слушай. Здравствуй, покойничек. Влад, подожди, давай.
И деньги. На карточке. На банковской карточке Юли. Твоей жены? Да. Давай, как договорились, я дам тебе половину, хорошо? У меня нет с тобой никаких договоренностей. Машина, Вен. За эту мразь головой отвечаешь. Стоять! Вот так встреча. Сюжет достойный пера Агаты Кристи. Все персонажи собрались одновременно в одном месте. План по выводу денег со счетов фирмы искусственного банкротства Протюк продумал вместе с Копыловым, но тот оказался хитрее. Для того, чтобы не делиться с партнером и завладеть всеми деньгами, имитировал собственную смерть. Помог ему в этом оперуполномоченный Белозеров. Он, кстати, подтолкнул его бежать из страны, когда вы начали, так сказать, свое расследование. А вы молодцы, что раскусили. Ну, это не мы, если честно. Это журналист Снегирев. Ясно, знаем такого. Руслан готовит очередной крутой материал. А кто же тогда сгорел в машине Алексея? Автослесарь Мухин. Человек, зарекомендовавший себя отъявленным бабником. Как-то познакомился с Юлией Морозовой, запал на нее, решил склеить. И тут появился ее муж. Алексей Емельянов. В то время как я была женой Алексея Копылова. Они были женаты много лет. Так вот, можете представить себе его удивление, когда в его автосервис, расположенный в городе Ростове, приехал Емельянов, но уже под фамилией Копылов. Тот поразмыслил и решил его шантажировать. Вот тогда Копылов и принял решение его убить. Тем самым решив сразу две проблемы. Избавиться от шантажиста и имитировать собственную смерть. И спокойно жить с настоящей женой и сыном. Кстати, Юлия Морозова утверждает, что она ничего не знает по поводу планов мужа. И, похоже, она не врет. Ее просто подставили. Он попросил Юлю встретиться с Мухиным. На свидание пришел сам, там его и убил. Откуда вы все это узнали? От самого Копылова. Крутой аферист на поверку оказался слабаком. И как вы его вычислили? А мы его не вычисляли. Мы следили за Протюком. Вначале ваш свидетель Прохоров рассказал про него много интересного. Потом один бойкий старичок принес любопытное фото, на котором вас, Наталья Дмитриевна, заталкивают в автомобиль. Ну, а дальше дело техники. Еще раз спасибо вам за помощь. Думаю, папина машина будет с минуты на минуту. Как ты? Нормально. Уже нормально. Наташа. Я свободна. Наконец-то свободно. Слушаю. А, да, Дмитрий Николаевич, она рядом. Хорошо. Алло. Наташенька, может, ты объяснишь старику, что происходит? Обязательно. Вот приеду и все тебе объясню. Доченька, во что ты опять вляпалась? Любовь, пап. Я вляпалась в любовь.
Рядом со мной удивительный, замечательный, самый лучший в мире человек. И я счастлива. Да, и кто он? Игорь? Какой Игорь? Климов, что ли? Да, да, да. Папа, вот твоя машина. Мы сейчас приедем и все-все тебе расскажем. Хорошо? Пока. Вот ведь стрекоза. Ну, ты слышал? Нет. Любовь у нее. Когда у тебя будут дети, держи их в ежовых рукавицах с первых дней. Обязательно. Дмитрий Николаевич, простите. Да. Простите. Может, то, что я сейчас скажу, вам не понравится. Не понял. Но молчать я не буду. Климов подлец. Подлец и негодяй. Богдан, ты что такое говоришь? Я очень хорошо знаю ему цену. Он банальный бабник, для которого женщина лишь способ самоутвердиться. Я пытался об этом сказать своей сестре, но она и слушать не хотела. Постой, постой. У них что, с Климовым были отношения? Да, были отношения совсем недавно. Он даже обещал мне жениться, но потом переключился на вашу дочь. Видимо, посчитал ее более выгодной для себя партией. Ну ладно, он заморочил голову Тамаре, но он еще и приручил к себе ее сына. Что теперь будет с психикой ребенка? Разве такие мелочи волнуют таких, как Климов? Нет, им интересна только собственная выгода. Я не понимаю. Дмитрий Николаевич, мне не безразлична ваша дочь. Я бы не хотел, чтобы она страдала. Только начала затягиваться прежняя рана. Ну, да, ты прав. Иди. Простите еще раз. Слушай. Игорюша, Сашка пропал. Как пропал? Мы приехали к Богдану на дачу, Сашка играл во дворе, а потом исчез. Что делать, Игорюш? Успокойся, я скоро буду. Ты все делаешь правильно. Спокойной ночи, сынок. Беги. Пап, это невозможно. Хорошо. У тебя же есть его новый номер телефона, правда? Дочка, это плохая идея. Дай мне, пожалуйста, телефон. Слушаю вас. Тамара? Можно Игоря? А, ты знаешь, прости, а Игорь сейчас не может подойти к телефону, он в душе. Ничего, если он тебе завтра утром перезвонит. Я хотела поделиться с тобой радостью. Я сегодня узнала, что беременна. Игорь так счастлив. Думаю, что у нас будет девочка. Второй месяц пошел, представляешь? Представляю. Сашка нашелся? Да-да, все хорошо. Ясно. Ясно. Все будет хорошо. Ты найдешь себе другого. Достойного, умного, красивого. Поверь мне. Что мне делать, папа? Все, все. Твой сертификат действительный еще целый год.
Сейчас ты примешь ванну, выпьешь чаю с медом и пойдешь спать. А я куплю тебе билет, и завтра же ты улетишь в Париж. Ну все, моя хорошая, все. Все, моя, иди. Том, ты телефон мой не видела? Горюша, что у нас там с душем? Все нормально, можете мыться. Куда же я его положил? Ну, откуда же мне знать? Ты правда на меня не сердишься? Нет. Понимаешь, ну я ведь правда обыскала весь двор, я обегала всех соседей, но мне и в голову не могло прийти, что он просто заснул в тренажерной комнате. И как он в дом пробрался незамеченно. Ничего страшного. Главное, что с Санькой все в порядке. А когда Богдан должен приехать? Прости, я забыла тебе сказать. У Богдана дела, он сегодня не приедет. Как же я до города доберусь? В 7 утра будет автобус, и мы могли бы вместе поехать. Так, до 7 часов утра я точно ждать не буду. Ладно, пойду на трассу попутку ловить. Игорь, ну это же опасно. Ну, а ты, ну, что может с тобой случиться на дороге? Ну, что изменится? Я должен ехать. Спокойной ночи. Саньке утром привет передавай. Спокойной ночи, отменяется. У тебя вылет в 9 утра. Собирай вещи. Богдан отвезет тебя в аэропорт. Помощь нужна? Сможешь? А до города подбросишь? Давай. Доброе утро, Дмитрий Николаевич. Простите за ранний визит, просто телефон потерялся. Если ты сейчас же не уберешься, я выбью тебе зубы. Поверь, я это сделаю. Дмитрий Николаевич, что с вами? Мне нужна Наташа. Я запрещаю тебе даже произносить имя моей дочери. Ты сегодня же напишешь заявление, тебе выплатят тройной оклад. И чтобы я больше никогда тебя не слышал. Уже договорились. Но мне нужна Наташа, я никуда не... Наташи здесь нет. Зачем вы врете, Дмитрий Николаевич? Запомни, я никогда не вру. А моя дочь в данный момент направляется туда, где ждут новые высоты, где таким подонкам, как ты, Климов, места нет. Дмитрий Николаевич. Дмитрий Николаевич! Климов, привет. Тебя тоже ни свет ни заря вызвали? Конечно. Если Наталья Дмитриевна летит в Париж, то полкомбината должно не спать. Значит, она все-таки улетела? Ну, да. Точнее, еще нет. Из слов, самолет из слов Неверова, как я понял, будет часов 9.
Чего-то Богдан с тобой эти вопросы обсуждал. Так у него аккумулятор сел. Вот я и ездил его прикуривать. Климов, ты что, рехнулся? Стой! Не слетели. Ну не слетели же. Что тебе надо? Мне нужно поговорить с Наташей. Отстань от нее. Ваше романтическое приключение окончено. Не тебе решать это. Я сказал, отстань от нее. Да пошел ты! Ну прекрати. Прекратите оба! В чем дело? Я тоже хочу это знать. Что случилось? Наташ, мы опаздываем, но надо ехать в аэропорт. Богдан, подождите, пожалуйста, в машине. Я сейчас. Зачем ты приехал? Зачем? У тебя впереди счастливая жизнь. Я уверена, ты будешь прекрасным отцом своему ребенку. Наташ, я ничего не понимаю. Какой ребенок? Игорь, мне Тамара все рассказала. Вы ждете ребенка. Я звонила вчера и был в душе. А, так вот куда делся мой телефон. Наташа, это все неправда. Наташ, мы очень опаздываем. Самолет может лететь без вас, а вас, Климов, ожидает другая женщина. Богдан, я считал тебя порядочным человеком. Жаль, ошибался. Господи, сколько пафоса, а? Наташ, прошу вас. Может, хоть у тебя хватит смелости сказать правду? Какую правду? Богдан! Тамара не беременна. Мне никто не нужен, кроме тебя. Я глупая, да? Да. Если смогла поверить в такое, я все равно люблю тебя. И я люблю тебя. Мой любимый запах. Теперь я точно знаю, как пахнет счастье.